Крэг, да тебя не узнать, без формы охранника. Мне нужны 20 тысяч долларов на покупку болотного участка. Ты точно хочешь взять кредит? Да, я не расист, я даже антирасист. Ты должен это знать, потому что я не могу дать тебе кредит. Я работал над этой презентацией больше года. Это твоя жизнь, Крэг, ты должен принять меры. Сейчас мне и так не хватает денег. У меня нет машины. Я вызвала пожарных. Утром я проснулся в тренажерном зале, потому что теперь я там живу. Привет, Камила. Привет, Грег. Марка, мне предложили новую работу в Коламбусе. Ты не заберешь мою дочь в Коламбус, у них даже спортивной команды нет. Есть синие куртки. Моя дочь не будет хоккейным фанатом, Марка. Поступая правильно, нельзя ошибиться. Я верю в карму. Ну а мама Немо в поисках Немо. Ты думаешь, ей все это причиталось? Да мы же не знаем, что творила мама Немо до начала фильма. Мы ее вообще не знаем. Не переживайте, я не из тех странных водителей Uber, которые не разговаривают. Вот говно! Извините, мне нужно кое-что очень быстро сделать. А молоток зачем? Для забивания. Какого хера? Вы не против немного подвинуться? Нет! Нет! Так у вас, наверное, есть вопросы по змее? Конечно, есть вопросы об этой змее. Бирманские питоны сейчас распространились везде. Это экологическая катастрофа. Штат Флорида платит мне за эту работу. Кто убьет больше змей, получит 20 штук баксов. Хочешь присоединиться ко мне в команду? Слышишь, какой у меня суровый австралийский акцент? Ты в порядке? Я приколол змею к своей руке. Ты ничего не почувствуешь. Тут очень жесткая конкуренция. Вон, смотри, какой матерый охотник. Ему муха на глаз села. Это часть охотничьей техники. Он в любую секунду может ее запросто поймать. Он такой старый, что вокруг летают мухи и думает, что он помер.